Дедушка, скажи, а тебе было страшно на войне? Конечно, Никита, страшно. И не верь тому, кто говорит, что не страшно на войне. Дедушка, а как ты боролся со своим страхом? Я верил в победу, поэтому забывал про страх. Дед, а можно посмотреть твои награды? Ну, конечно, внучек, можно. Неси мою гимнастерку. Да, красивые у тебя ордена, деда. Дедушка, а здесь такая же ленточка, как и у меня. Я такую же на 9 мая ношу. Никита, это георгиевская ленточка. Она мне очень дорога, как награда. Дорога? Это же всего лишь ленточка. Это, внучек, не только ленточка, а это символ победа над фашистской Германией. И это великая для меня память. Символ победы. Привет, Вань. А что это у тебя в руках? Да ты что, это же георгиевская ленточка. Подумаешь, да это обычный кусок ткани. Это не просто ленточка, это такая же медаль, что на груди у ветеранов. У моего деда эта ленточка вместе с медалями хранится. Это обыкновенное украшение на праздник. Да это символ победы. Мне так мой дед сказал. Чё, нам надо еще пару полтинничков. Тогда нам точно хватит. А давай школоту разведем. Давай, пойдем-ка. Сопляжуй. Эй, сопляжуй. Старшикам по полтинничку надо добавить. Вы что, оглохли? У нас нет денег. Нету? А если поискать? Ну-ка, встаньте. О, а это что за фигня? Это не фигня, это георгиевская ленточка. Не фигня. Отдай, не твое. Эта тряпочка, наверное, хорошо горит.
А почему? Это мое! Тебе эта тряпочка очень нужна? Да, нужна! Тогда купи у меня ее. Мы же сказали, у нас нету денег. Нету денежек. Не будет ленточки. Это георгиевская ленточка. Она мне очень дорога, как награда. И это великая для меня память. Не хватает. Может, на вокзал зайдем? Солдатик идет. Братишка, полтинничка не хватает. Выручи. Видимо, жизнь вас ничему не научила. Что это? Все времена
заботы.